На следующей неделе на канале «Россия-1» стартует одна из самых ожидаемых премьер сезона – «Екатерина Самозванцы». Продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы. Власть Екатерины и ее престол под угрозой в Европе, княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности. Во дворце зреет заговор. Смотрите большую премьеру сериала «Екатерина Самозванцы» на канале «Россия-1» с понедельника в 21 час.